Так, показываю процесс включения. Вот подключил блок питания к одному, сеть, клавиатура, мышь, монитор. Все, сеть, соответственно, не подключал. Сразу заработал. Вентилятор. Так, вот морда. Морда. Нажимаю кнопочку волшебную. Все. Лампочка пошла мигать. Экран загорелся. Память 1 гиг. Процессор. Можете почитать. Я в этом не специалист. Если подскажете, что где нажать, в какой момент, нужно, может, там что-то более интересное будет для вас. Это видео снимаю только для того, чтобы вы увидели, что сервер грузится. Три волшебных кнопки. Ну и пароль. Вот и все. Сейчас на ощупь попробую нажать кнопку выключения. Вот и все.